В Самарской области объявили обязательную вакцинацию для определенного круга лиц. Прививки будут сделаны работникам образовательных учреждений, больниц и поликлиник, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта и прочих обслуживающих клиентов предприятий. Сегодня пройти вакцинацию можно везде, и в поликлиниках, и мобильных пунктах. Для тех, кто хочет запастись иммунитетом коронавируса до сезона, простуд, работают передвижные комплексы и стационарные пункты. Причем последние действуют не только на базе поликлиник и больниц, но даже в крупных торговых центрах. О том, как проходит вакцинация в общественных местах, в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы сделать прививку, теперь не обязательно посещать поликлинику. Вакцинироваться можно прямо во время шопинга. В одном из торговых центров Самары открылся еще один стационарный пункт вакцинации. Востребованность размещения пунктов вакцинации именно в торговых центрах мы уже ощутили. В нашем районе уже второй торговый центр, в котором размещен пункт вакцинации. Полина Сабирова в торговый центр пришла вместе с ребенком за покупками. Однако решение сделать прививку от ковида было не спонтанным. Раз такая ситуация, то лучше не пренебрегать тем, то, что для нас разработали. Кроме того, я перенесла ковид и знаю, что это такое, не хочу повторно заболеть. Сделать прививку в торговом центре может любой желающий. Для этого не обязательно иметь при себе много документов. Достаточно паспорта и снился. Пациента осмотрит врач, померяет давление, сатурацию и температуру. При отсутствии противопоказаний будет сделана прививка. Отношение поменялось. Все идут и с удовольствием прививаются. Если раньше было в Авроре, они думали, сейчас идут и прививаются. Осенью будут другие заболевания, ОРВИ. Ну и сезонные заболевания. Поэтому лучше заранее выработать иммунитет к этой болезни. По данным Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в регионе оценивается как неблагополучная. Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах. От создания эффективной системы профилактики новой коронавирусной инфекции зависит здоровье, а порой и жизнь каждого из нас. До 1 сентября завершить вакцинацию должны не менее 60% жителей Самарской области. Благодаря массовой вакцинации к осени у населения страны должен сформироваться коллективный иммунитет. Дарья Лопатина, Владимир Никитин, новости Тольятти.